Все, мы приехали, все дела сделали, теперь мы только твои. Гулять пойдешь? Да, пойдем теперь гулять. Да, раз я же не получилось погулять. Бежишь гулять? Бежу. Мы же уехали с утра пораньше, меня гулять не пускали сегодня. Все, теперь можно. Там, правда, эти жужжат. Жужжат? За забором жужжат. Ты, наверное, сегодня их весь день слушал, да, Зай? Ты весь день слушаешь, да, этих трактористов? Пойдем посмотрим. Жужунчики. Тима, Халёся. Че, ты за папой пойдешь? Тебе интересно? Да тебе все интересно. Так, посмотри, не выпускай ее. Так, не-не-не, выпускать не буду. Ай-яй. Не-не-не, ты. Посмотри, выходить смотри, не выходи. Смотри, не перепрыгнул через тебя. Я держу ее. Любопытная кошка. Вообще что ничего там? Не боится. Вообще. Трактор, техника. Мышка бы вот так, хрен нет, пошел. Нет. Посмотри, чтобы не прыгнул. Да, я держу машину. Антилоп ты моя. Антилопа. Да, там он что-то делает. Вон машина едет большая, смотри. Пылит вообще. Сейчас будет щель искать, где ей за эти ехать. Только посмотреть. Ти, какая ретивая. Все, ей сразу... открыли, надо сразу идти. Ты вообще ничего не боишься, что ли? Как это так, кошка? Абсолютно, скажи, ничего не боюсь. Вот Масян бы сейчас вот услышал трактор, убежал бы в другую сторону. Я в шоке, там ломанулся, да. И не уговаривай. Нет, и так все равно тоже не выпущу. Ну, пожалуйста. Сейчас мужики трактора побросают и разбегутся по углам. Там вон большая газель стоит. В ней какой-то там генератор там молотит, да. Там дальше трактор. Вот так, да? Эх, и хитрая, а. Вообще. Сейчас она улучит момент. Да. Я поэтому уже глаз да глаз. Ой, я типа пошла вообще прогуляться по цветам. А, ты сюда хочешь залезть, да? Ну, пойдем сюда. Отсюда лучше будет видно. Пойдем, здесь выше. Да, здесь выше будет. Залазь сюда, пойдем. Вот, не бойся, она не перевернется. Вот. Ну, смотри, отсюда смотри. Выше я будет, да? Я слежу, Маша, да. Отсюда лучше видно, да? Отсюда, скажи, конечно, повыше видно. Получше. Хитрая какая. Сообразительная девочка. Она обычно же в домике, вот она вот что-то, если слышит такое важное, да, да. Она на полку вот сюда встает, что типа вдруг она сейчас там что-то увидит. Тима, я красота улитка. Какая умничка она у нас, сообразительная. Ты умная девочка. Вот, Гердусь, слушалась бы ты по водкам, мы вышли, я бы тебе показал трактора вообще без разговоров. Пошла, но она сейчас начнет там скакать, как дирижабль пешей. Ну... Маша, она выйти-то выйдет с удовольствием. Она дорогу обратно не найдет. Да, она же у нас да. Как там, недалекая да. Все-таки девчонка. Прям, да. Ну вот то, что она ничего не боится, это, конечно, удивительно. Ей только лабиринт вот такой прокладывать, как это, цирковых есть лабиринты, и только в лабиринте гулять, чтобы никуда не уехал. И чтобы он заканчивался нашим же участком, да? Закольцевать и, пожалуйста, гуляй. Ну, идти, мой хорошенький. Надо тебе из сетки сшить лабиринт. Да сейчас еще прям денечек-другой, и уже тот участок закроет, можно будет туда походить погулять. Да, там же длинная-длинная аллея. Угу, тоже для разнообразия. И будешь там, знаешь, как разбежаться можно теперь. Раньше там можно было только ходить аккуратненько по щебенке, а теперь там можно разбежаться, прям разбежаться можно. Но мне, знаешь, кажется, что вот она сейчас вышла, ей было интересно, что же там жужжит за забором весь день. Вот, она вышла, посмотрела, фигня какая-то, и стало сразу тем резко более, неинтересно. Еще и не пускают. Еще и не пускают, да. Еще и не пускают. Тем более неинтересно. Она стоит на скамейке. А как она аккуратненько забиралась. Такая, блин, упаду. Ну, непривычное покрытие. Угу. Не упадешь, мой зайчик, все хорошо, как держит. У вас такая тут эта игра светотени происходит? Да. Угу. Интересный спецэффект, она вот то в тени мордочку прячет, то из нее достает, прям даже забавно. Видишь, папа, у нас какой тенитель света. Да, я еще тут папарацци. Сейчас выложим ролик, ребята скажут, отнимите у Саши камеру, не давайте больше ему в руки. Горизонт был, не заваливай. Это как? Прибалдел, Коська, прибалдел. Никаких горизонтов заваливать не буду. Классная, Гердуся. Ну давай, я еще раз покажу уж. И можно будет идти домой. Я вот только к замку. Ну не открывай тогда, не надо. И что, я должен открыть тебя, да? Любопытненькая.
Я должен тебе открыть. Если я за ручку взялся, должен открыть, и ты пойдешь смотреть, да? Да, скажи, должно было сработать именно так. Я такая посижу, тра-та-та. Ну, пойдешь еще смотреть? Чуть-чуть смотреть. Но только смотреть. Не ходить, смотреть. Только посмотреть. Выглядывает так, блин. Ой, ты какая интересная, не могу. Выглянула, посмотрела. На носу волосик. Да, пожалуйста. Да я всегда рад тебе волосики с носа снимать. Спасибо, что дал посмотреть. Ну и все, теперь можешь со спокойной душой идти отдыхать. Гулять по участку. Теперь увидела, что здесь произошло. А там что? А там что? Такая двигает головой дверь. Ну-ка, ну-ка. Тихо, моя малышка. И все, пойдем теперь к себе гулять. Посмотрели все? По-моему, она уже не смотрит, она мне голову положила на руку, и вот, да, вот, кайфарик отключает. Просто, да? Чеши кошарик, меня, кайфарик. Кажется, она просто твою бдительность успокаивает. Она-то, дурочка, не знает, что я с кошками уже 40 лет живу. И все хитрые приемы знают. Да. Ты думаешь, ты самый умный, да? Ладно, там так шумит все. Ты думаешь, ты самый умный гепард, да? Ну, давай, заходите. Фоновая музыка у вас такая себе. Ай, такая хитрюшка. Ой, ты хитрюшка. Клинц, все. Ну и все, теперь весь раз мне интересно стало. Я теперь знаю, что там шумит. Давай хвост понесу твой. Твой шлейф. А ты куда сейчас собралась? Неужели домой? Нет, погулять. А, вот. Я пойду. Ты куда? Это вы куда? Какие-то птичка. Вы зачем так уходите? Это вы куда? Это вы зачем? Да вот так уж вышло. Зайц, ну теперь мне нужно переодеться. Кто один там мясо ворует? Я не успел даже руки помыть толком. Вас бы, сударыня, пропылесосить? Опа!